Минувшим вечером 22 марта около 20:00 в Крокус-Сити-Холл города Красногорска Московской области был совершен террористический акт, сопровождаемый массовой стрельбой и взрывами. В результате этого погибли десятки человек, раненых более 100. В результате этого ужасного события во всех городах России и Дагестана возлагают цветы в память о тех, кто пострадал от рук злодеев. Возле мемориала жертвам теракта 9 мая 2002 года города Каспийска также был организован памятный митинг. Мы сегодня здесь для того, чтобы присоединиться к той памяти, которая, к сожалению, вчера пополнилась еще одним актом. И каждый раз, проходя мимо этого места, наверное, быть и осторожным, и всегда понимать, что наша Родина – это главная ценность. И беречь ее – наша с вами обязанность. И так же, как и Родину, надо беречь жизнь, и свою, и чужую. Каспийчане, как никто другой, понимают всю боль теракта. Именно здесь произошли чудовищные события, повлекшие массовую гибель людей в результате взрыва жилого дома 16 ноября 1996 года и теракта 9 мая 2002. 24 марта президент страны Владимир Путин объявил днем общенационального траура.